Последний день накануне нового учебного года большинство детей школьного возраста хотят провести как можно ярче и веселее. Чтобы ребятам было не так грустно расставаться с летом, активисты общественного движения «Промень» устроили для мальчишек и девчонок очередной детский праздник. Сегодня наша организация, общественная организация «Промень», проводит детский праздник, приуроченный окончанию летних каникул. Все мероприятия проходят под эгидой городского головы. Мы раздали сладости, научили детишек кататься на новой технике, также раздали спиннера. Все остались довольны, и мы хотим, чтобы детки вошли в новый учебный год с хорошими позитивными эмоциями. Нам помогли предприниматели, которые в Приморском парке предоставляют развлекательные услуги. То есть все откликнулись, все помогли. Под присмотром инструкторов ребята смогли научиться кататься или улучшить навыки езды на современном электрическом мини-транспорте. Каждый желающий получил угощение и подарок. Участники развлекательной акции с удовольствием поделились своими впечатлениями. Мы с мамой сегодня пришли на крутой праздник. Я успела покататься на разных машинках. Мне дали сладкую вату, спиннер и мороженое. Мне очень здесь понравилось, и нужно, чтобы здесь праздники делали почаще. Впечатление просто превосходное. Оказались мы здесь случайно. Просто проходили и попали на такой праздник, просто замечательно. Перед школой детям такой последний отрыв, скажем, вообще просто прекрасно. Бесплатная сахарная вата, мороженое, спиннеры, дети вообще просто в восторге. Большое спасибо организаторам, почаще бы таких мероприятий. Все просто прекрасно. Завтра у нас начинается учебный год. А сегодня последний выходной. Мы хотели провести его очень хорошо, и взрослые нам в этом помогли. Они устроили для нас праздник. Мне и моим друзьям здесь очень понравилось. Надо, чтобы такие праздники устраивали почаще. Я сюда попала со своими подружками, и тут праздник, все катаются на гироскутерах, и это все бесплатно. Мне очень понравилось. Мое мнение насчет нужны, не нужны, конечно же нужны, дети должны же развлекаться как-то. Я очень благодарна тем, кто устроил такой праздник для детей. Организаторы праздника собираются сделать такие мероприятия для детей нашего города традиционными. На праздник были приглашены детки с разных районов города, и мы хотим сделать этот праздник традиционным. Будем стараться для жителей нашего города, для маленьких жителей нашего города, потому что это наше будущее. Активисты общественной организации обещают провести интересный и веселый праздник для учеников городских школ и на зимних каникулах.